Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем, что делать, если вы решили завести собаку. Перед тем, как заводить собаку, надо понимать, что это большая ответственность. Вы должны сделать жизнь своего питомца комфортной. О чем же надо знать человеку, который решил завести собаку? Перед появлением нового питомца в доме необходимо удостовериться, что у вас есть все для его комфортной жизни в первое время. Ошейник, миска, поводок, игрушки. Также щенку понадобится еда и предметы личной гигиены. Посоветуйтесь с заводчиком или другими собачниками, что подойдет для собаки именно вашей породы. Обязательно нужно посетить ветеринара со своим питомцем. Врач осмотрит собаку и сделает соответствующие прививки. Подготовьтесь к тому, что могут понадобиться деньги на непредвиденные расходы. Обучение нужно начинать с малого возраста. Если вы обучите своего питомца командам, то вам будет проще с ним дальше. Собака должна быть дисциплинированной, поэтому необходимо записать вашу собаку к кинологу или самостоятельно обучать питомца командам до закрепления результата. В вашем доме у собаки обязательно должно быть свое место. Там она должна чувствовать себя уютно и безопасно. Находиться она должна вдали от проходов, сквозняков и отопительных приборов, а также гарантия, что там собаку никто не побеспокоит. Если собака не может чувствовать себя спокойно на своем месте, то могут начаться проблемы в поведении, нервозность или агрессия. Собаку обязательно нужно кормить хорошим кормом. Еда с вашего стола ей не подойдет. Выберите для себя сухой или натуральный корм. Собака должна получать все необходимые организму питательные вещества для поддержания ее здоровья. Иногда вы можете побаловать питомца лакомствами. Их можно использовать для тренировок с животным. Приобретение собаки – очень серьезный шаг. Вы должны запастись терпением и научиться нести ответственность за своего питомца. Главное для собаки – это любовь хозяина. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте.